Если будет задавать мне вопросы, чтобы я знала, о чем говорю. Первое впечатление, то есть какое у вас мнение о цитрарии? Было очень необычно увидеть эти растения. Это растения, да? Это лишайники. Лишайники очень сразу заходишь и по запаху прям можно определить, что это какое-то необычное помещение. И композиции, конечно, ну прям вот на любой вкус. И мне очень понравилось, что здесь так много выбора. Хотя я помню сториз, где вы говорили, что осталось не так много выборов, но для меня... Это было перед праздником. Да, но для меня вот сейчас выборов прямо много. И, ну, наверное, каждый может найти, конечно, у каждого свой вкус. Вот, но больше, я думаю, каждый может найти себе на свой вкус то, что ему понравится здесь. А вы за нами следите? Следила, да. Сейчас, когда нужно было, я выбирала подарок для папы и мамы. Вот, и в этот период следила за вашим аккаунтом, что как происходит, да, сериал смотрела первый сезон. Спасибо, вам понравилось? У вас очень забавные видео, прям они очень располагают. А ты смотришь, и думаешь, какой живой аккаунт, да, и как происходит весь процесс, как даже где-то какие-то ссоры, наверное, было очень интересно смотреть. Да, потому что не только хорошее интересно увидеться, что вот происходит в каждом коллективе. И вот с одной стороны, и с другой очень интересно, потому что это придает жизни. Это сразу очень располагает. Да, и так посмотришь, ну, даже у себя, да, какие-то проблемы есть, и посмотришь, вроде бы и. Да, ну то есть очень необычный формат. Мне кажется, для магазина очень необычный формат, потому что все обычно постараются показать свою лучшую сторону, да. Оденем и прячем, да? Да, что-то, что-то там больно, да, немножко, да? Да. Чтобы там, репутация или что-то такое, вот, а вас по-другому, ну, сводит, с другой стороны. Ну, то есть это... Ну, меня это привлекает, потому что я люблю, когда не только какая-то идеальная картинка, когда есть вот настоящая там, вот, жизнь со всеми ее и минусами, и плюсами, и всем. Спасибо вам большое. Очень приятно, спасибо.